Добрый день. Предлагаю посмотреть лот «Микс детский Голландия лето». Подробности смотрите в ссылке под описанием. Здесь у нас футболочка на 10-12 лет, хлопковая, такая яркая. Марк & Спенсер на 8-9 лет, леггинсы хлопок плотные. Шорты Шейн на 134 ростовочку. Поясом легкий очень, на 152 рост футболка хлопок, футболочка спортивный трикотаж декатлоновская на 110 сантиметров, спинка с перфорацией, шорты с подкладом, это где-то на 7 примерно лет, на 146-152 маечка хлопок. Здесь на 140, даже 134, наверное, футболка, тоже хлопочек. Здесь на 8 лет, на 158 ростовку джинсовые шорты, мужские, по-моему, для мальчиков. На 122 топ, это Zara. На 134-140 юбка джинсовая. На 176 рост это футболка, платье-футболочка, комбинезон на 140 сантиметров, очень тоненький. Джинсовые шорты, это Шейн тоже, и на 150 сантиметров. Необработанный край. Маечка на 110-116 хлопок. Футболка на 122-128 хлопочек тоже. Здесь джинсы с пропиткой, как под кожу, практически. 24 размер и 32 длина, подростковые. Такие очень классные тоже. Здесь у нас как купальный костюм, вот это вверх, да, футболка из дайвинг ткани. И размерчик на 128 сантиметров. Джинсовые шорты, опять же, для мальчиков. На 146-152 рост. Плотные. Здесь шорты H&M 146 ростовка для девочек. Блузка на 122-128. Вот такая вот верх на резиночке, низ тоже резиночка. Юбка прекрасная Шейн 140 сантиметров. Ростовочка, юбка на запах. Очень классная, легкая юбочка. На резинке сзади. Здесь на 140 сантиметров шорты, спортивный трикотаж, футболка 164, прошу прощения, тоже спортивный трикотаж, платье шифоновое на подкладе 134-140, и здесь еще блестящая нить, как люрекс, низ, имитация запаха тоже. Очень красивая платьишко. Шорты на 140 кипста. 152-164 рост. Футболочка спортивный трикотаж с перфорацией. Здесь шорты с подкладом Primark на 122 сантиметра. Пол&Бир топ эско. Это, ну, на подростков тоже подойдет. Взрослая эска, ну вот, где-то на 154, наверное, 158. Так, ростовочку. На 134 трикотажные шорты, внутри петелька. Zara на 164 сантиметра. Вот такой вот прекрасный яркий топ. Шорты Kangaroos. 32 размер,
взрослый. На 10 лет футболочка хлопок. Шорты хлопковые тоже. Такие близко к джинс уже, ну, то есть плотненькие. И размер, ну, наверное, где-то лет на 5 примерно. Зара на 164 ростовку. Комбинезон махровый. Вот, как полотенечко, прям такой плотненький, классный. М-ка это Nike Dry Fit. М-ка детская тоже. Здесь у нас на 158 примерно рост футболочка. Хлопок без рукавов. Шорты на 6-7 лет. Без подклада. На 146-152 футболка. Хлопок. Здесь на 152-158 джинсовые шорты удлиненные. H&M на 170 сантиметров. 14 с плюсом лет. Футболочка. Хлопок тоже. H&M на 146-152 ростовку. Леггинсы укороченные, спортивный трикотаж. На 104 сантиметра футболка, хлопок. Шортики на 116, подклад, сетка. Такие очень яркие. Здесь тоже 110-116 футболка. Шорты внутри сетка. 140-146 рост. Такие как купальные летние шортики. 122-128 ростовочка у футболки. Zara 152 рост. Джинсовые шорты тоже удлиненные. 134-140 леггинсы. Внизу сборочка. Здесь футболка. Тоже вот такая очень классная, хлопковая. Рост где-то на примерно 7-8 лет. Смотрим дальше. Дальше у нас вот такая красивая футболочка от Primark на 146 сантиметров. Шорты джинсовые Zara на 140 сантиметров, необработанный низ. 128 сантиметров шорты. Брючки где-то на 6-7 лет. Тоненькие, спортивный трикотаж. 122-128 платье трикотажное, внутри петелька. Вот такое вот удлиненное, плотное. 140 сантиметров шортики с перфорацией, без подклада. 158-164 футболка, хлопок. На 152 рост юбка. Здесь на 14 лет юбочка тоже вот такая шифоновая с подкладом. 122-128 ростовочка, футболка без рукавов. 152 рост майка хлопковая тоже. На 104 сантиметра это Nick & Nick Амстердам платье. Трикотажное тоже платьишко. Вот. И оно длинное. Очень классное, стильное и необычное. H&M 134 сантиметра. Футболка без рукавов. Здесь джинсы 24 размер и 30 длина. Классические джинсы черные. Немножко чуть-чуть зауженные к низу. 146-152 рост. Футболочка. Name It 140 сантиметров леггинсы. Под, ну, смотрятся как подкожные, как будто бы. 152 рост. Футболка. Хлопок. 152-158. Здесь, наверное, больше похоже на 140-146. 152, может, максимум. Ну, 158, мне кажется, маловато. Здесь 110-116 майка хлопочек. Футболка примерно на 5-6 лет. Тоже 110-116 маечка. На 134-140 хлопковая тоже футболка без рукавов. H&M 38 размер.
рубашка хлопочек, ну это где-то на 158, наверное, сантиметров, на 128 футболочка, 164, вот такая спортивный трикотаж, леггинсы на 6 лет примерно, на 140 сантиметров юбочка хлопковая, Name It 128, 122-128, футболка хлопок, трикотажная юбка на 110-116, плотная, внутри петелька, и она на шнурочке, на поясе. Здесь на 8 лет сарафанчик тоненький, хлопковый. На 146-152 футболочка. Здесь H&M юбка на 122-128 ростовочку. Без подклада, очень тоненькая хлопковая юбка на резинке. H&M 164 рост. Шорты удлиненные, джинсовые. На 128 сантиметров. Вот такая вот резиночка. Тоже футболочка хлопок. Шорты, внутри сетка, подклад, и где-то примерно на 7 лет, может быть 7-8. 134-140, это H&M, спортивный трикотаж с перфорацией. 158 рост платье, прекрасное шифоновое платье, такое фактурное немножечко, и расклешенное к низу, с подкладом, конечно же. Рубашка на 128 сантиметров хлопок. Здесь свитшот на 134-140, тоненький. На 164 футболка, спортивный трикотаж, плотная. Здесь на 134-140 примерно. Тоже на 134-140. Adidas XS размер. Это у нас на 128 сантиметров. Спортивный трикотаж, 158-164 рост у этой футболочки, на 164 тут написано, ну вот, мне кажется, она маловато будет на 164, наверное, на 146. Так, Элька, тоже классная футболочка с рисунком, хлопковая, и размер где-то, ну, может быть, 152-158. 146-152 рост здесь. Бархатный рисунок и с блестками. Очень классная тоже футболочка. Майка H&M. И на 134-140. Размерчик хлопковая. 110-116. Леггинсы 92-я ростовка. H&M 134-140. Здесь тоже классная футболка с люрексом, 158-164, она прям вся блестит полностью. H&M 122-128 ростовочка. Здесь на 128 спортивный трикотаж, 122-128 хлопок. 158-164 тоже хлопок, 146-152 хлопочек, 134-140 с пайетками футболочка, на 116 комбинезон хлопковый тоже, и там еще подклад есть, то есть вот двухслойный как бы такой хлопковый с шортиками, на 110 сарафанчик хлопок, 122-128, как поло, только без воротничка. Name It 134-140, блузка, тоже очень красивая, гипюр с подкладом. 12-14 лет, вот такая вот спортивная майка с перфорацией. Юбка шикарная, 146-152, очень красивая, тоже блестит. 146-152, маечка. Хлопок, здесь платье
Name It, 116 сантиметров. Сетка с подкладом. Тоже симпатичная очень платьишко, наверное. Маечка на 146 сантиметров. 170-176 футболка для мальчиков. Хлопочек. Здесь 50 ростовочка. Это как танковка, велюровая, она прям бархатная. H&M 134 сантиметра платье. Такое летнее, без подклада платьишко. Тоненькое. Хлопковые шорты на 122 сантиметра. Ветровка тоненькая, без подклада абсолютно. На 146-152. Тускул называется. С капюшончиком. Футболка на 116-122 хлопок. И здесь у нас маечка где-то на 128-134. Тоже хлопочек. И посмотрим, еще есть белье и некоторые аксессуары. Вот такая соломенная шляпа на 52 сантиметра окружность головы. Вот, очень красивая. Трусики для девочек на 2-3 года хлопок. Также на 2-3 года. Здесь на 10 лет тоже хлопочек. Широкая резинка на 12 примерно лет хлопок. Здесь М-ка 7-8. Ну вот 7-8 написано. Здесь тоже. Это хлопок на 12 лет. Тоже хлопочек. И здесь у нас тоже на 12 лет хлопок. Дальше для мальчиков. Сейчас посмотрим. Но я, к сожалению, не вижу. Тут размер S просто написано, S-очка. На 4 года, ну вот, эти чуть побольше, лет на 6, наверное. Здесь плавки на 4 года. Здесь уже L-ка идет, то есть это, наверное, где-то на 10-11 лет. 12-14 лет. Такие боксеры. И здесь как семейные М размерчик. Тоже, наверное, где-то, ну, примерно 11-12 лет. Хлопковые, тоненькие абсолютно. Верх от купальника Hello Kitty. Это на 110-116. Такой топик. Шортики. Примерно, ну, на 134-140, я думаю. Может быть, чуть поменьше, может быть, 128-134, вот такие классные, тоже от купальника. И здесь тоже топ 146-152, это тоже как купальник, то есть вот такой материал. Это весь вот, подробности под описанием. Спасибо за внимание.